Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать? Из вил и граблей такую самоделку, которая в хозяйстве обязательно вам пригодится. Весь инвентарь можно взять у жены на огороде. Он только висит и занимает место. Срочно его нужно приспособить. Черенок у граблей нужно открутить. Также открутить черенок у вил. У граблей все лишнее снять. Черенок от граблей сделать покороче. Укороченный черенок установить на грабли. Короткий черенок установить на вилы. В каждом черенке просверлить по два отверстия. Просверленное отверстие наживить по саморезу. Переместиться к стенке и к ней прикрутить инвентарь. На грабли и вилы повесить бесхозно валяющийся везде инструмент, который вы постоянно ищете, и найти его не всегда получается. Вот таким простейшим способом получились две вешалки для инструментов. Теперь я ничего больше искать не буду. Весь инструмент теперь перед глазами. Кому такая хитрость, идея для самоделки понравилась, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!